Доброго всем настроения, друзья. Если вы смотрите это видео, значит, вы ищете хорошего ведущего для своего торжества. Что могу сказать о себе, чего я умею делать, что не умеют другие? Ну, не знаю, я не умею себя хвалить. Давайте лучше это сделаете вы после нашего сотрудничества. Да и потом перечислять какие-то регалии, которые не всегда можно проверить, не вижу смысла. Поэтому давайте договоримся так. Если душа лежит, тогда знакомимся ближе. Меня зовут Дмитрий, а вас? Ура, счастья вам, здоровья вам, как желают, собственно говоря, в день рождения, здоровья вам, семейного здоровья. Ну, если все-таки кому-то очень это важно, то опыт моей работы в сфере развлечений с 2005 года. Очень нравится провоцировать людей на позитивные эмоции. Если это огромный концертный зал в Москве, то для меня это возможность получить позитивные эмоции от людей в промышленных масштабах. Меня только что за кулисами укусила женщина. Мне кажется, я превращаюсь в женщину! Да нужно, чтобы его укусил настоящий мужчина! Пусть его укусит Нагиев! Да, пусть укусит, пусть искусает меня! В случае небольшого дня рождения в уютном ресторане, здесь для меня удовольствие в другом. Это индивидуальная работа с каждым из вас, ведь люди разные, и это прекрасно. Тимур, как вас зовут? Тимур. Какое совпадение. Друзья, совершенно неверный ответ. Будь это краснодарцы или новоуренгойцы, топ-менеджмент крупной газовой компании или труженики пиар-индустрии, силовые структуры или же общество по защите южноафриканских сурикатов, у всех свои интересы, и я их знаю. Я готовить не буду, я пошла по магазинам. Саша, я готовить не буду, я пошла по магазинам. Очень нравится беседовать с людьми на мероприятиях, то есть импровизировать и шутить на темы, которые близки именно вам. Иногда я романтично настроенный молодой человек, если того требует случай. Один минус. Музыкальными инструментами не владею. Ребят, заберите баян, пожалуйста. Друзья, это неправильный ответ. Давайте попробуем. Коровка. Она такая маленькая, пушистенькая, с большими рогами. Еще молочко дает. Вы правильно представляете себе коровку? Ну, из основного это все. На самом деле, не очень умею общаться вот так не вживую, поэтому, если у вас грядет какое-то знаменательное событие, звоните, поболтаем. Самой добрячей доброты вам, добрые люди! Ваш добрый молодец Дмитрий Попович.